Здравствуйте! Каждую зиму мороз разукрашивает окна красивыми узорами, а вьюга разносит повсюду снежинки, создавая ощущение праздника. В такие дни приятно сидеть дома вечером в тепле и что-нибудь мастерить. Например, снежинки. Наверное, каждый в детстве их вырезал. Вы можете это сделать снова, но уже всей семьей, благодаря книгам «75 изумительных снежинок из бумаги» и «Вырезаем снежинки», пользуясь подробными описаниями, советами и многочисленными шаблонами. Бумажные снежинки можно собрать в гирлянду, украсить праздничный стол, елку, окна, открытки, подарочные коробки, даже сумочки и абажуры. Вариантов применения снежинок множество. Творите, фантазируйте и создавайте зимнюю сказку своими руками у себя дома.